Ну а что с вами, вашим кино будет в будущем? Да ничего с ним не будет, собственно говоря. Ничего с ним не будет в будущем. Если они будут... Я не смотрю наше кино уже давно, мне оно не нравится. Единственное, был вот Баламанов, который умер, да, недавно. Вот фильм мне нравился. У нас либо это какая-нибудь содранная с Запада какие-нибудь комедии с боевиками совершенно какого-то идиотского вида и качества, либо это какая-нибудь чернуха про то, как ужасно у нас тут все там, да, как, вот. А какого-то такого кино, который меня бы, вот я посмотрел и там офигел, я не видел уже очень давно, поэтому как-то даже особенно, ну куда-нибудь, ну куда оно денется, оно, в любом случае, люди, занимающиеся творчеством, они всегда были, есть и будут, и всегда кто-то будет что-то делать, ну, примет какую-то другую форму, а Канны, ну, сейчас Каннский фестиваль, завтра будет, пройдут годы, будет какой-нибудь другой там, а Каннский фестиваль будет уже не таким модным там, ну, ничего страшного в этом нет.